Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, продолжаем проходить Киберпанк 2077, 2077, как кому удобно. Улыбнемся? Блять, ты на маньяка похож. Не то, улыбнемся и отвернемся от зеркала. Я уже его нарядил, у меня какой-то бронежилет арасаковский появился. Пойдем по заданию, у меня есть еще одна мысль, как... Чем заняться в сегодняшней серии? По крайней мере, я попробую это сделать. Поговорить. Куро Такимура. Здорово. Надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Зачем? Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там. Добро. Биочип. Так, подожди. По снаряжению. 132 это вот этот пистолет, который выносит на раз. Да? Патрон 0, да? Правильно я понимаю? Пистолет. То есть этот пистолет лучше. И еще есть дробаш. Дробаш. И все у меня хуже. Пойдем, короче, тогда. Вниз пойдем продадимся. А, кстати, еще персонаж. Доступные очки. Доступные очки, доступные очки. Я бы вкачал сюда. А вот купить. Сюда. Техника. Интеллект. В интеллект немножко. В силу 2 сделаю. Даже 3 сделаю. Еще одну в реакцию, еще одну в технику. Вот как-то так. И 3 доступных, это я их потом распределю. Не знаю, пока примерно накидал, набросал. Они еще сами улучшаются. Кровь и кость Ароя. Мы сейчас пойдем продадим с тобой. Полиция, открывай! Барри, мы знаем, что ты там. Мы хотим помочь. Нам сказали, надо поесть. А я его, значит, у тебя можно поесть, бро? Как дело идет? В смысле, как дело идет? Покорми меня. Славный денек. Ой, да. Блять, короче. Пойдем к оружейнику. Сейчас мы ему продадим пушки, которые. Ви, привет! Здорово. Я тебя не видел недели две или даже больше, кажись. Думал, ты от нас уехал. Ну-ка. Знает, Сити так просто не а ты уедешь. Кто? Это да, прям как трудная любовь. Ты будешь моим новым напарником? Скажу прямо, мне сейчас очень нужны деньги. Новый товар пришел, посмотришь? Ну давай, показывай. Может быть, покажи, что есть. Так, подожди. Новый товар пришел. Но мы тебе для начала продадим. Я понимаю, что тебе очень нужны деньги. Но я тебе продам всякую херобору, на. Сюда, сюда, сюда. Это я продам. Это я пока ставлю. Вот эти всякие. Вы хотите продать? Нет. А что это за предмет? Что такого? Касание ночи. Ладно, не буду продавать. Нет, так нет, я что? Сейчас вот это все продам. Так, тебя тоже продать. У меня есть тут типа покруче. И давай тебя тоже продам. А у тебя, кстати, что есть? У тебя есть какая-то снайперская винтовка, которая стоит 7 рублей. Евро рублей. Евро доллары рублей. Мне бы ее, конечно, было бы неплохо, но они все какие-то слабые. Пошел ты в это.
А, я все продал. Все, братан, пока. Мы сейчас с тобой чем займемся? Я все-таки хочу заняться фармом баблишка. Фармом баблишка. Очень много в интернете ходят о том, что надо прокачать в инженерию, разбирать предметы, заходить в, как эти, в автоматы, покупать газировку, разбирать эту газировку и уже компоненты, которые разобрались, продавать. И таким образом фармить деньги. Я нашел... Есть еще один какой-то способ... как он называется-то? Грабить, вот, отслеживать. Высокий, очень высокий. Нам сюда надо. Есть еще один вариант в каком-то баре прыгать на охранницу. Вот, и... А как мне... Я же отметил, да? Нет, не отметил. И у нее выпадает бита из-за этого. Короче, какой-то глич происходит. А что... Открыть легенду, приблизить, отдалить. Переместить, отдалить, вернуться, открыть, свободная камера. Вот, и эти биты, в общем-то, и продавать. Но это, опять же-таки, все долго и неинтересно. Есть более интересный способ, я не уверен, что он у меня получится. Привет, это Ариф Экбал и новости WNS. Но мы сейчас попробуем. Сегодня грустный день для нашего города. Мэр Люциус Райан ушел из жизни. О смерти Райана кто? Сообщила его семья. Похер он на него. Так, сейчас не то. Карта. А, вот, ты отметился, да, куда? Да, блядь, ну какая карта мне нужна? Карта. А, карта. Идешь нахуй, да, он отметил, короче. Отметил он, короче, куда ехать. Мы сейчас попробуем выполнить один квест. Мне кажется, он жесткий. Подожди, а боеприпасов-то у меня нет. Блять. Сейчас, тогда ждем. Тогда ждем. Вот. Короче, едем назад. Сегодня бери. Все мы оплакиваем безвременную кончину нашего мэра. Убери. И доброго друга Люциуса Райана. Но когда слезы высохнут, мы будем смотреть в будущее. В будущее, которого Люциус хотел для Найт-Сити. Я клянусь, что приложу все свои усилия, чтобы все его старания не пропали даром. Угу. Очень интересно. Снаряжение. Я еще хотел гранаты переодеть. Есть ли у меня какие-то... Это что такое? Осколочная граната. А это какая? Биограната «Молодец». Граната, которая создает токсичное облако, которое наносит и может отравить организм врагов. М-граната. Поисковая граната. Ну ладно, пусть пока будет биограната, хрен с ней. Покойся с миром, друг. Политический оппонент Райана, бывший прокурор Джефферсон Пиралес... Вил, бери, пожалуйста, пистолет. Слушайте, мы не сходились во взглядах по многим политическим вопросам. И часто обменивались... Короче, сейчас нужно... Сейчас затариться нужно как следует. Кого я вижу? Здорово. Мне нужно оружие. Осколочная граната. А это какая? Зажигательная. Так, берем осколочную. Все берем. И зажигательную тоже все берем. Подтвердить. Мне нужны теперь... Пульки. А где у тебя пульки? Как их покупать? Это все понятно. Здесь? Нет. Нож. По умолчанию. Качество. Продать мусор. Да, мусора у меня немного. А варианты с патронами? Увеличивает критический урон. Сортировка, качество.
Только продать могу. Вес, тип, нет, не то. Здесь может быть. Цена, тип. Документация. А зачем мне, блядь, документация? Здесь хлам. Здесь что? Это улучшения какие-то. Это мгновенно восстанавливается. Счастливого владельца новой пушки. Подожди, счастливый владелец новой пушки. Как мне купить? Что такое? Ты кто такой? Мне незачем жить. Ну так застрелись, раз тебе незачем жить. Во. Я не это. Не понимаю, как мне купить патроны. Я не могу купить патроны? Мне нужно целиком пушку покупать. Продать. Гранаты у меня есть. Я, может, это? Ну-ка. Вот я здесь. Здесь можно купить оружие и боеприпасы. Здесь можно купить клинковое оружие и дубинки. Здесь можно что-нибудь продать или оставить. Здесь вы живете. А, наверное, нихера здесь не продается. Здесь нужно обезвредить нарушителей. Короче, мы с тобой едем к назначенной метке. Вот судымс. А потом уже будем разбираться, что к чему. Короче, в жопу, бля. Почему так все сложно-то? Оружейник. У оружейника можно купить патроны. Новое место. Здесь что-то есть. 3-4 километра. Пистолет убери. Бля, вообще оружия нет. Не знаю, может, по ходу какой-нибудь будет еще оружейник, у него затаримся. А ты можешь, кстати... А, вот, отлично, убрал. А, соответственно, полицейский. Соответственно, вызываем машину. Ой, да что с тобой спорить? Первая начала. Где она? Где моя машина? Ты моя машина? Нет, там сидит тот за рулем. Ты тоже не моя машина. А, вот так, значит. А что с ней случилось? Бля, придется это... заниматься рэкетом и грабежом. А ну отошли. Ага, это задание типа. Сейчас мы что-нибудь к это. Во, глянь, машина какая. Стой! Что ты же ограбил? Фиксер предлагает вам купить транспортное средство. Каждый раз, когда вы получаете предложение от фиксера, на вашей мини-карте появляется новая отметка. Чтобы купить транспортное средство, доберитесь до нужного места и перечислите фиксеру деньги. Фиксеру деньги за машину? Блять.
какой-то стати я буду фиксеру деньги за машину отправлять, если я могу взять любую машину. Блять. Не, ну машины я буду покупать, но после того, как я заработаю побольше денег, а то у меня 8 тысяч и все. Вот, я за тобой бежал. Господи, помилуй. Не ссы. Господи, говорит, помилуй. Слушай, это немножко лучше управляется. Ой, какой танкер. Надо было такой брать. Ну ладно. Я вроде пока не в розыске. Давай, быстрей. Куда-то едем, в какой-то район мы там еще не были. Может, туда и рановато, конечно. Чего? Если ты обо мне не слыхал, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Че надо? Если что нужно, обращайся. И помни. Дина все про всех знает. Ой, блядь, Дина все про всех знает. И че, молодец. А я все про всех не знаю. И не хвастаюсь же этим. Блядь, ладно. Но машина не наша, поэтому. Все эти задания, все эти писюльки почитаем чуточку позднее. Мы сейчас едем по важному заданию. Подержанный. Кто стоит у рынка подержанный? Автомобиль? Хватит мне давать всякие разные задания. Отстаньте, пожалуйста. Опа. Ну, маневрировать можно. Писался. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть не. Чуть-чуть задел. Так, а нам куда? Дома? Как быстро. Хороший у тебя слух. А то как же. Если тебе что-то нужно, ты знаешь, где меня найти. А вы чего все такие навязчивые-то? Падре. Подожди. Ой, бля, как нам далеко ехать? Разве 3,5 километра на машине это так долго и так далеко? Или я что-то в километрах не понимаю? Мне кажется, немножко не хватает какой-то то ли прорисовки, то ли что-то еще, я не знаю. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Я с тобой не собираюсь меня работать. Меня называют Эль Капитан. Классно. А тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Ага. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? Мотоцикл. У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Хочу мотоцикл. На тачке, может, у мотоцикла хоть физика есть. На тачке немножко неудобно гонять. Эх, не удалось. Так, мне кажется... А, отстаньте, я потом по это... Я потом буду занят, потом, чуваки. Со всеми заданиями потом. Ой, какая-то пустыня уже. Так, тут... Точка открылась, правильно я понимаю? Точки перемещения вроде как эти синенькие. Если ты до сих пор не понимаешь, куда мы едем, сейчас увидишь, сейчас поймешь. Так, сейчас вроде приехали. Дальше сейчас посмотрим. Вроде похоже. Здорово, пацаны. Кто-то идет. Я не слепой, захлопни пасть.
А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Не, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхал? Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Понятно. Что в кейсе? Что в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Вы такие смешные. Вы получите больше проблем, чем денег. Думаете, такой кейс потеряют и забудут? Наживете вы себе с ним проблем. Мы его не украли, а нашли. Как скажете. Только вот те, кто за ним придут, особо слушать-то не станут. Отдаем ему кейс. Быстро! Да ты его все равно не откроешь. Это мы посмотрим. Где вы его нашли? Отвечай. Спрашиваю, где? Ну, там. Такие борзые были. Вон там. Жош, какого хуя? Это не наша работа, понятно? Тот тип был уже мертвый, честное слово. Что, правда? А я-то думал, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, окей, забирай. Чё сразу так психовать-то? Отключенный. И ты пошел вон отсюда, блядь. Так, нам нужен этот кейс. Я не могу его взломать. Военный портфель. 5 из 6. А ну-ка. Персонаж. А чё у меня... А, бля, интеллект 5 из 6. А если я сюда что-нибудь воткну, у меня не будет, вряд ли, да, будет быстрый взлом. Так, ну-ка давай. Скрипты наносят на 10% больше урона. Обезвреживаете врагов, на которых детский... Да, так, понятно. Который пытается вас... становится видимым. Вот. Вот это мне нужна штука. Но интеллекта от этого, опять же таки, не прибавилось. Так, открыть способность. Уровень 8. Нам бы нужно качнуть уровень 9, и тогда я бы мог воткнуть один интеллект сюда. Блин, поторопился с распределением навыков. Правильно я думаю? Это что такое? Это какая-то недоступная зона. А как бы качнуть уровень? Уровень 8. Репутация 5. Ну давай какое-нибудь задание тогда выполним, раз уж такая песня-то пошла. Дары из космоса, а здесь... А, тут то же самое, да? То есть... Тут все одно. А тебя вообще просили пасть разевать? Да отъебись ты уже! Найти тело владельца чемодана. Нашел. Еще не окоченел. Лежит не больше 2 часов. Так, сканируем, да? Дорогая одежда. Тебе уже не пригодится. А, то есть я могу теперь ничего не взламывать. Ништяк. Блин, вот с этой точки зрения очень прикольно сделано, что можно что-то делать хорошо. Ставь чепку. Ну, нифига себе. Открыть. А, применить. Ты глянь, открылся! Так, пошли вон нахуй. Так, это какие-то записки последний раз... Его кто-то завалил, файлы. Так-так, и что тут у нас? Добраться до места капсулы. Закрыть. А до места капсулы далеко ехать? Поехали. Я примерно знаю, что мы ищем. Сейчас посмотрим, так ли это. Еще почти 2 км.
Я подсмотрел этот способ в интернете, он мне прям понравился. Во-первых, он интересный для... Ну, поначалу, естественно. Потом это все-таки фарм бабок. Не знаю, как кто относится к фарму, но мне кажется, в любой игре имеет смысл, особенно если есть всякие прокачки, всякие покупки дорогие, фармить. Тот же самый Ведьмак. Я тоже там фармил, бегал. Дополнительные задания. Потом уже становится, когда деньги уже особо не нужны, уже все прокачано, уже все есть. Нужны только ресурсы. А здесь нам нужны... Здесь нам нужны бабки, поэтому... Эта серия будет посвящена именно одному из способов. Я не уверен, работает ли он или нет, пофиксили его или нет. Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. А, это пустоши, да? Спасибо за информацию. Главное, помни, тут тебе не город. Будь осторожен. Хорошо, у меня патрон особо нет. Дробовик. Кстати говоря, стоп. А, снаряжение. И надо гранаты... поменять на вот эти пока. Дакота Смит. Короче, я так понял, что мы когда проезжаем мимо каких-то заданий от фиксеров, они вот так вот высвечиваются, и мы их можем или применять, или вот игнорировать, так как я это сейчас делаю, потому что у нас с тобой другое задание. Катаемся по кругу. Нельзя было по прямой в пустыне. Добраться до капсулы. Что за капсула? Ну, точнее, я знаю ее содержимое. Но как она там и что там сейчас делать? Отстреливаться, не отстреливаться? Или просто она сейчас так... Ага, вижу. Там какие-то типки стоят. Чё? Груз доставлен. Угу. А чё, могу взлом протокола, да, сделать? 55Е9 1С. Взломал. Есть еще чувачки? А мы можем... Я просто не знаю, насколько они жесткие. А мы можем... пиздануть то, что нам нужно... Без палева. Я не хочу с ними стреляться. У меня в дробовике по... Выплевай. У них еще черепушки горят. Ёбаный в рот. Так. А как бы нам анализ данных провести? Только смотрят прям сюда. Сколько вас? А, обезвредить врагов 7 штук. Ты же меня не видишь? Похоже, у нас гости. У нас гости, Ви. У тебя гости. Я... Вступаю в бой! Ой-о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 й-
А их прям надо убить. Так, надо подумать. Давай, если игра дает в множество разных вариантов, тогда мы сейчас... А вы кто? Пацаны, вы добрые или злые? Блять, злые пиздец. Ой-о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 й. Я под обстрелом!
Все, пиздец, патроны закончились. Так, они даже с гранат не падают. 7-7-7. Может их подавить всех нахуй? Или не получится такого варианта? Тачка мне показалась, в эту, в мою тачку попали. О! Подожди, неладно, я тут этого давлю. Выйти. Пусть он под машиной лежит. Ну, это странно. Поднять тело. Тело мне не нужно, а вот это мне понадобится. Какой-то... Требуется 20 уровень, и я сюда пришел с 20 уровнем воевать. Вот. Сесть. Погнали. Что-то у нее какой-то странный треск. Ну вот этой тачкой, я думаю, что мы сейчас это... Подавим их нахер. А как тут есть быстрое сохранение? О, F5, неплохо. Так, как вас, пацаны, подавить-то? Похоже, у нас гости. У вас гости? Какой это теракт? Это не теракт, пацаны. Это я вас приехал давить на тачке. Как это? В смысле цель подбита? Вы чё? Тачка, значит, цела, а я, значит, помер, да? Нет, так не пойдет. Но я от них не отстану. Давай сейчас еще раз попробую. Если они меня сейчас так же завалят. Так, надо разгон побольше взять. Если они меня сейчас так же завалят, я выберу разные. Буду много-много раз пробовать. Похоже, у нас гости. Пей, пей, ешь, я не знаю, как это называется. Короче. Короче, ладно, попробую их еще несколько раз завалить. Да, я это сделал. У меня ушло на это примерно 30 или 40 минут. Ты видишь, блядь, это место битвы просто, побоище. В чем прикол? Как я только и не пробовал, чего я с ними только не делал. Помогли только тачки. То есть у них было две тачки, как ты видишь, вот одна стоит где-то еще. Одна вот здесь стоит и где-то еще. В общем-то, что делал? Я угнал у них одну машину. Ну что, момент истины. Да, сейчас, Ви, это... Они не по уровню, абсолютно не по уровню. Стрелять в них бесполезно. Я потратил все гранаты, которые вообще у меня были. У них отбавляется по 2 или там 4. Взять. Конечно же взять. И только тачки. То есть я на одной тачке залетаю. Стараешься задавить максимум. Прям вот, ну у меня максимум получилось там 2 этих. Что такое, не могу ее взять?
Двоих завалить. Потом смотришь, как тачка. Если тачка сильно горит, выпрыгиваешь, бежишь, ищешь новую. Что? Это что за хрень? Ну как что? Бранцези. 2021 год. О, ёп... Безымянная, номер 18. Здорово. Масло. Да что с тобой говорить? Как это попало на Луну? Ну что эта картина вообще могла делать на Луне? Известно что. Украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. А ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю. Ибо мне должны были дать миллиард просто... Можно мне миллиард уровней? Это было сложно, вечный сон встретиться. Так, это к тому заданию вернул. Сейчас я еще все пробегу внимательно. У меня, наверное, не хватает места, да? Хватает. Рюкзак. Давай что-нибудь повыбрасываем. Какие-нибудь. Ты почему их не берешь-то? Ты глянь, какой это ствол лежит синий. Это берет. А это не берет. Че, слабо? Так, теперь остался насущный вопрос. Я сохранюсь. Насущный вопрос, как мне выбраться отсюда. Все тачки я побил. А, вон еще одна. Короче, мне кажется, можно телепортирнуться. Правильно я говорю? В наш район. Вот. Там, где мы живем. Как? Переместить. Отслеживать. А точно не могу туда переместиться? Центр Кабуки. Нет. Придется туда ехать, да? Очень высоко. Прям поближе тоже, да, некуда переместить. Короче, ладно. Давай я сейчас не буду наше общее время тратить. Я сейчас прям буквально по щелчку пальца перемещусь туда. Не, не хочет, говорит. Быстрое перемещение. Почему ты не работаешь-то? Что не так-то? Может быть, оно не открыто. Ладно, легенду закрыли. Увидимся там. Все, я вернулся и доехал. Все, я теперь понял, как работает быстрое перемещение. То есть от локации к локации. Подходишь к нему и перемещаешься в ту точку, которая тебя, которая тебе будет необходима. Все, я понял. Давай сейчас я сделаю вот так вот автосохранение. И мы сейчас с тобой попробуем все-таки... Работает ли этот фарм, который я хотел, ради которого столько было мучений? Он стоит 4000 рублей. Раз. Вышли. Зашли. И покупаем его назад за 5. Опять заходим сюда. Продаем его за 4000. Выходим. Заходим. И покупаем опять за пятак. Неплохо, слушай, работает. Прикольно. У меня полностью не кратко, да, все с этим. С путем туда и обратно. Да, неплохо. Давай тогда еще два раза делаем так. И собственно-то все. Это упражнение делал два раза. До после еды. Да, этот вариант работает, но у почтомата заканчивается время. Ой, время, заканчиваются деньги. Поэтому, типа, совет подождать 24 часа. Мы подождали 24 часа, зашли, да, и у него снова 20 тысяч на счету. В общем-то, получен новый предмет. И периодически надо...
я думаю, что сохранятся. Давай тогда на этом закончим. Я между сериями немножко пофармлю баблеца и, может быть, что-нибудь притараню себе, куплю. Все, на этом заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.